Благотворительный марафон состоится 19 апреля. Организован он для сбора помощи участникам специальной военной операции и помощи жителям Лисичанска. В марафоне примут участие все предприятия, организации и общественность района. Сегодня Управление по делам молодежи начало череду встреч с трудовыми коллективами. Первая прошла на Заинской ГРЭС. Это предприятие на постоянной основе оказывает благотворительную помощь и на этот раз также станет участником марафона. Организаторы акции рассказали энергетикам, какая нужна помощь. Мы занимаемся благотворительной помощью нашим бойцам, возим туда гуманитарные грузы по запросу этих бойцов, возим гуманитарные грузы в город Лисичанск, который является нашим подшефным городом Республики Татарстан, в котором остались до сих пор живут мирные жители, и им нужно тоже помогать. На предприятиях и организациях будут установлены кубы для сбора средств. Такие уже появляются в торговых точках. Кроме того, магазины постоянно оказывают благотворительную помощь нашим бойцам. Нашим заинским парням мы отправляли с нашего магазина полностью камуфляжные костюмы, бейсболки, носки, трусы, всю одежду, которую нужно. 19 апреля в 16:00 на площади Дворца культуры «Энергетик» состоится благотворительная ярмарка, в 17:00 – благотворительный концерт. Принять в акции участие может любой желающий. Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев. Новости Заинска.